Добро пожаловать в мультик и новости 3 часов сценария. На этой неделе планируется убрать робокс гач и заменить его магазином. Это избавит вас от существ, которых трудно достать с помощью вращения, и вместо этого вы сможете купить их в магазине. В этом магазине будут представлены только предметы, которые можно купить за робоксы. Что еще? У нас добавится какая-то отличная новость для тех, кто насобирал очень много мутаций и токенов, потому что у нас будет новое существо Чисадо. И Зеларкс Они будут добавлены в мутацию гача. Она наконец-таки вернется. Надеюсь, у вас насобиралось очень много токенов мутации гача, потому что они понадобятся. Оба существа летают. Вы вот представляете? Вот так-то. Подписывайтесь на канал Мультик Плеер. Всем удачи и пока-пока. Напишите, кстати, комментарий, какой вам что больше всего понравилось.